Na Tajvani mala dojče la vjek ženil se na svoj izbranice posle того, как врачи зафиксировал у нее смерть мозга, сообщил портал Asia One. Пара встречался 11 лет. В августе 32-летняя девушка попала в ТТТ в одном из районов Тайбэя. Ей мотоцикл сбил автомобиль, разворачивался в неположенном месте. Через 3 дня медики констатировали смерть мозга. После этого жизнь девушки поддерживалась искусственно. Жених решил строить импровизированную свадьбу прямо в палате. На глазах у родственников он надел невесте, лежавшей на больничной койке в фате, обручальное кольцо. После церемонии девушки отключили от аппаратов поддержания жизни. Родственники разрешили трансплантацию ей органов тем, кто в них нуждается.